Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Подготовил полностью танк под покраску. Переделал трос задний, левый и правый, так как я его до этого неправильно сделал. Просверлил по 4 отверстия крыльях, так как производитель их не сделал, пришлось доделывать самому. И теперь, перед тем как начну красить модель, я ее обезжирю. Обезжириваю спиртосодержащими жидкостями. Использую на данный момент септоцид. Очень хорошо обезжиривает модель и довольно быстро испаряется. Ну а после обезжиривания, как спирт испарится, приступлю к покраске модели. Буду использовать черную краску фирмы Tamiya. Это у меня будет грунтовочный слой. И, как я говорил, буду использовать технологию черное-белое. Покрашу пулемет, использовать буду краску Мистер Хобби H28 Metal Black или вороненная сталь. Гусеничные ленты буду красить краской Tamiya XF84 Dark Iron. Очень хорошая имитация траков. Буду использовать краску Tamiya XF1 матовый черный. И для бандажей буду использовать краску Mr. Hobby H77 Tire Black. Приступим. Как видите, это средство я не жалею. Заливаю очень хорошо модель. Ну и потом воздухом немного помогаю ему подсохнуть, чтобы быстрее приступить к покраске. Начну покраску с бандажей катков. И хочу посоветовать такое неплохое приспособление. Ушная палочка ватная. Снимаю вату, и она идеально подходит под крепление катка. И удобно крутить, красить. Начнем.
покрасил катки. Теперь черной краской X18 покрою полностью весь корпус. Начинаю красить всегда с нижней части корпуса. Во-первых, чтобы посмотреть, как ложится краска, как она разведена. Разводить лучше пожиже, когда у краски хорошая укрывистость. Ну, как видите, хорошо ложится, хорошо покрывает модель. Переходим в ускоренный режим.
закончил наносить черный цвет. Назову его так, грунтовочный. Так вот, интересно. Сейчас танк получается. Если у вас будут не прокрасы, это ничего страшного. Так как еще будет сверху наноситься белый цвет, а на белый цвет защитный зеленый. Пулемет. Красил краской мистер Хобби. Так получились траки. Довольно хороший, реалистичный цвет. Потом по граням пройду сталью, пигментами, и будет отлично выглядеть. Так получились борта. Ну и катки, бандажи. Теперь дадим около 12 часов просохнуть и будем наносить белый цвет. На этом, друзья, буду заканчивать эту серию. В следующей серии буду делать белый цвет и показывать, как я его наношу, на какие части танка, на какие детали. Поэтому, кому интересно, оставайтесь на канале. Видео будет очень скоро. Всех благ вам и вашим близким, друзья.